Добрый день, друзья! В этом видео я расскажу вам, как сделать установочную флешку для загрузки операционной системы и установки операционной системы на другой компьютер. Для этого нам понадобится флешка, которую мы вставляем в компьютер. У нас есть флешка. Теперь мы запускаем программу Ultra ISO, которую можно бесплатно скачать с сайта, ссылочку на который я оставлю под этим видео. Запускаем эту программу. У нее есть пробный период, которого нам вполне достаточно, чтобы создать загрузочную флешку. Кликаем «Пробный период». Теперь я нахожу файл образа операционной системы, который находится у меня на компьютере. Вот наш файл образа. Я кликаю на него и захожу во вкладку «Самозагрузка» и кликаю «Записать образ жесткого диска». Проверяю здесь настройки. Здесь метод записи должен быть как у меня. Также мы должны видеть флешку. Это у меня диск E. И после этого мы кликаем «Записать». Информация будет потеряна, мы соглашаемся. Мы видим, что идет подготовка к записи, и процесс записи начался. Пока идет процесс записи, мы с вами можем попить чая и отдохнуть. Итак, флешка наша готова. Запись завершена. И мы можем теперь ее использовать. Давайте посмотрим. Вот наши файлы, которые необходимы для загрузки. Теперь мы запустим файл setup.exe, и у нас пойдет загрузка Windows. Таким образом, загрузочная флешка готова. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал и оставляйте комментарии. До новых встреч в новых видео.